Искитимцы заняли второе место в зимней спартакиаде инвалидов Новосибирской области. В соревнованиях приняли участие 18 команд. Встреча проходила в Бирске. В лыжных гонках Искитим представили участники с нарушением слуха, ученики 12-й школы. Ребята заняли 3 призовых места. Они только что прилетели из Москвы, ездили на соревнования на отбор по волейболу. Они там второе место заняли на Россию. И сразу же влились в нашу команду в соревнованиях. Они заняли первых 3 места. Удачно выступили и шашисты. Их мастерство отмечено организаторами спартакиады. В каждой группе заболеваний участники из Искитима взяли золотые медали. Одна из победительниц — Ольга Халя. Кроме этого, она заняла первое место в паралимпийском боче, игре с мячом. Уверена, в этом виде спорта побед могло быть больше. Нет у нас именно что паралимпийского боча, этих мячиков, шариков. Если б... кому обратиться-то? Если б комитет спорта нам подарил именно что паралимпийское боче, тогда у нас результаты были намного бы лучше. Также команда Искитима успешно выступила в пауэрлифтинге и стрельбе. Как итог, второе общекомандное место. Сейчас спортсмены готовятся к летней спартакиаде. Она пройдет в Черепановском районе.